Куда переедет Кишиневская мэрия? Глава города Ион Чибан сообщил, что поступило уже 4 предложения от экономических агентов. Подробности он предоставить не захотел, сказав только, что помещение выберут в рамках процесса госзакупки. Ранее Ион Чибан говорил, что расходы на содержание не должны будут превышать нынешних, которые составляют около 280 тысяч леев в год. Инициатива Иона Чибана о переезде мэрии была раскритикована гражданским обществом и частью политиков. Здание было построено в период с 1898 по 1901 годы и сейчас является архитектурным и историческим памятником национального значения.